Жизнь актера Алексея Янина и его близких навсегда разделилась на до и после в 2015 году. Молодой и красивый артист неожиданно почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали обширный инсульт, после которого его парализовало. Поражение мозга было таким серьезным, что врачи ввели звезду в кому. Ему сделали трепанацию черепа. Следующие полтора года Янин пребывал в бессознательном состоянии. В 2016 году он пришел в себя после того, как ему провели очередную операцию. Все это время рядом с Алексеем его мама Ольга Андреевна. Мама Алексея Янина вот уже 6 лет ухаживает за парализованным сыном. Женщина не опускала руки даже тогда, когда, кажется, не оставалось никакой надежды. Она по сей день вспоминает май 2015 года. Он навсегда останется самым черным месяцем жизни Ольги Андреевны. У него лопнул сосуд. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось. Поделилась она переживаниями в эфире передачи «Близкие люди» на телеканале «Россия-1». Мысли сдаться у матери актера никогда не было. Поэтому она занялась восстановлением здоровья сына. Он все понимает, все помнит. Может даже назвать имя девочки, которая нравилась ему в детском саду. Говорит с трудом, а вот двигаться не может, откровенничает женщина. Сейчас Алексей живет в загородном доме вместе с родителями. Ежедневно у него проходят многочасовые тренировки. У нас весь дом забит тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом Леша почти все время проводит на улице. Для него это полезно, рассказала родительница. Не забывают об Алексее его друзья. Приезжает жена Дарья Ключникова с ребенком. Сын пары Андрей понимает, что произошло с его папой. Сейчас Ольга Андреевна создала сыну все условия для того, чтобы за ним был организован постоянный уход. Она спокойно рассуждает о будущем Алексея, когда ее не будет рядом. «У меня есть дочь, его сестра. Думаю, эти заботы лягут на нее. Понимаете, моя задача сейчас поставить сына на ноги, чтобы он начал ходить. Пока я жива, буду этим заниматься», – подчеркнула мама Алексея. Больше всего женщина скучает по лучезарной улыбке сына, которую она не видела уже 6 лет. Женщина надеется, что однажды Алексей встанет на ноги. Семья мужественно проходит все испытания и старается не падать духом.